Дорожные полицейские пустили в ход тяжелую артиллерию. На Комендантском проспекте о правилах водителям напомнили дети. По информации ГИБДД, чаще всего конфликты возникают на зебрах. Именно здесь между пешеходами и водителями возникает недопонимание. Участники отряда ЮИТ из 581-й школы решили напомнить водителям, что движущаяся на большой скорости машина всегда сильнее человека, и от водителей требуется особое внимание. Об этом они написали в письмах, которые раздавали автомобилистам. Привлечь внимание водителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Особенно касаемо нерегулируемых пешеходных переходов. Тем более у нас в марте месяце здесь был наезд на девочку, учащуюся нашей школы. Вот именно вот на этом пешеходном переходе. Многие водители поначалу недоумевали, зачем их останавливают, но знакомство с юными инспекторами их приятно удивило. За 3 месяца этого года на дорогах района пострадало 9 детей, четверо из которых переходили проезжую часть.